скончалась первая исполнительница роли девушки Бонда. Юнис Гейсон снялась в двух фильмах об агенте 007. Ее партнером по съемочной площадке был Шон Коннери. Британская актриса Юнис Гейсон, которая была первой девушкой Бонда в истории фильмов об агенте 007, скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщается в ее официальном твиттер. Причина смерти Юнис Гейсон не указывается. Она исполнила роль Сильвии Тренч в фильме 1962 года «Доктор Ноу». При этом изначально планировалось, что она сыграет роль влюбленной в Джеймса Бонда секретарши мисс Манипенни. Персонаж в исполнении Гейсон появился и в следующем фильме «Из России с любовью». В обеих фильмах ее партнером по съемочной площадке был Шон Коннери. После этого она снималась преимущественно в телесериалах, включая «Мстителей». Напомним, в ноябре 2017 года в Мюнхене умерла немецкая актриса Карин Дорн, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в «Живешь только дважды» 1967 года. На момент смерти актрисе было 79 лет. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.